На главной площади Горки город развернулась полевая кухня. Там можно было попробовать солдатскую кашу и выпить фронтовые 100 грамм. А для ветеранов устроили торжественный прием. Для защитников Родины приготовили праздничный обед, а после участники Великой Отечественной отправились в кинозал, где посмотрели художественный фильм «Дорога на Берлин». А самым большим подарком для ветеранов стала прогулка на вертолете. Отважившихся посмотреть на Красную Поляну с высоты птичьего полета оказалось немало. Кстати, полеты над Поляной становятся уже традицией. Такой же подарок Горки город ветеранам делал и в прошлом году.